Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Ну, а мы с вами сегодня имеем такую счастливую возможность. У нас есть специальное предложение дня. И это цепочка панцирная двойная, но мы ее с Владимиром договорились называть колье, потому что смотрится действительно как богатое, сияющее колье. Я думаю, что все телезрительницы со мной согласятся, ведь это самое настоящее широкое колье. 4 миллиметра составляет ширина. Я уже забегаю, конечно же, вперед, но, конечно, в первую очередь бросается в глаза ее неотразимый блеск. Блеск, красота, ну невероятная просто, ведь наступила весна. Все снимают свою верхнюю одежду, все хотят показать свою линию декольте, линию шеи. Конечно, у мужчины поднимается настроение, когда он видит украшенную женщину, украшенную такой цепью. Это естественно, это все должно быть. Я могу сказать, что мужчины не только будут на вас обращать внимание, но и женщины. И вам самой будет приятно носить цепочку, которая очень хорошо струится по коже. Но мы с вами сразу сейчас обратим внимание на то, что есть разные длины, есть разные размеры и разные цвета. Есть возможность выбора. Вы на нашей модели только что видели золоченую цепочку. Теперь выступает, скажем так, серебряная в цвете белого золота. У нас каждая цепочка серебряная. Это гипоаллергенный металл, который очень хорошо соприкасается с кожей. Но при этом я хочу также обратить внимание, что цвета есть на выбор: красное золото или белое золото. Итак, посмотрим по длинам. Каждая из этих 4-миллиметровых цепочек есть разная по длине, от 35 до 70 сантиметров. Каждую длину показываю, демонстрирую. Это базовая длина 55 сантиметров, редкие длины 60, 65 и 70 сантиметров. 70 самая любимая, моя самая редкая. Такие длины только у нас. Вот мы с Владимиром регулярно посещаем ювелирные магазины. Владимир, какие длины вы обычно видите в ювелирных магазинах? Я вижу буквально 50, бывает до 60. Такие варианты я встречаю. Но при этом 35 я не видел практически нигде. 70 сантиметров – это длина, которая просто не встречается никогда. Я хочу сказать, что у нас огромная аудитория, больше 30 миллионов телезрительниц, которые смотрят наш канал. Конечно же, все хотят подчеркнуть разные линии, все хотят разную длину, а многие хотят носить каскадом, как это делает наша Татьяна. На нашей Татьяне длина 45 сантиметров и 60. То есть у меня, посмотрите, да, чуть-чуть ниже зоны, чуть-чуть ниже шеи 45 сантиметров, 60 уже дальше спускается, и 60 сантиметров можно носить, не раскрывая замка. Хотя замок надежный, удобный, мы его проверяли, он открывается легко. У меня всегда, я проверяю на примере маникюра. Вот если маникюр выдерживает, значит замочек хороший. Вот у нас с вами замок. Как этот замок называется? Замок типа карабин. Карабин — это самый удобный замок. Очень удобно и очень надежно, и очень комфортно. Мы сможем надевать эту цепь, не прибегая к посторонней помощи. И, конечно же, не повредив своего маникюра. А здесь очень хорошо еще видна и разница фактур. Цепочка у нас с вами двусторонняя, по уникальному плетению, по уникальной технологии итальянской. У нас с вами она вот с одной стороны с одной фактурой, с другой стороны с другой фактурой. Я правильно понимаю, что это уникальная технология для России? Абсолютно уникальная. Панцирная базовая технология, она обеспечивает не только красоту, не только ту самую двусторонность, она еще обеспечивает качество. Качество этой цепи просто непревзойденное. Да, все обратили внимание, цепь панцирная двойная. Двойная она во всех отношениях. Двойная она с обеих сторон, разное фактурное плетение. Это во-первых. Двойная — то, что у нас есть выбор. Мы выбираем либо золото, либо мы выбираем родий, металл платиновой группы. Владимир, я спорить буду. Сегодня с вами постоянно выбирать здесь даже не надо. Заберите обе. Не надо больше выбирать между белым и красным цветом, ведь сегодня особые условия по бесплатной доставке. Вам достаточно 3-4 цепочки взять или 2 каскадные в длине, например, больше, чем 35 сантиметров. Легко набрать свою корзинку украшений до бесплатной доставки. А я как раз показываю сейчас эти фактуры. А вот эта красота как раз. Посмотрите, насколько она красивый. Вы только подумайте, разве может мужчина пройти мимо женщины, когда на ней будет надета такая красивая цепь? И причем неважно, абсолютно неважно даже, какой стороной она будет надета. А ведь образ можно сменить моментально, просто перевернув цепь.
Кстати, я хочу обратить ваше внимание на то, что это итальянская технология. Вот меня это особенно поражает. Я люблю украшения, выполненные с элементами люкс. Это российское производство, но итальянские технологии. То есть на нашу землю переходят все лучшие качества итальянских производств, итальянского уровня и статуса. К вам будут обращаться как Чао Белла или Белла Донна, да, как говорят в Италии. А это украшение, которое великолепно ложится в зону декольте, вне зависимости от того, какую длину вы выбираете. Она широкая. Здесь не один миллиметр, не два, а целых 4 миллиметра ширина. 4 миллиметра это, хочу сказать, прям настоящее полноценное колье. И при этом, если вы наденете его каскадом, то это будет уже что-то совсем потрясающее. Вот у нас каскад как раз здесь виден. Причем в данном случае, если вы будете выбирать, например, цепочки разного цвета, носить каскад, они не будут спорить. Я вам предлагаю выбрать, например, 2 цепочки в красном цвете золота и 1 цепочку с белым цветом золота, да, с белым покрытием. Цена сегодня позволяет. А цена, Оля, цена, она не просто позволяет, она абсолютно доступна. Если вы видите, то скидка в 2 раза превышает цену. А я хочу сказать, что я ходил вчера по магазинам и видел, сколько стоят такие цепи, Оль. Я зашел в магазин, по-моему, да, это был ювелирный отдел в Гагаринском торговом центре. 40, 50 и 70% были скидки. Такая огромная вывеска. Я подумал, да, здесь я найду. Я подошел и увидел. Такая цепь стоит 4700 рублей. И это в минимальной длине, Ольга. Но чтобы вам показать сравнение цепочек, какие вы можете обычно найти в ювелирных магазинах, вот тоже цепочка, кстати, базового панцирного плетения, но немножко в другой технологии. Это тоненькая цепочка, да, по 999 рублей легко можно найти, но это миллиметр. Наша цепочка 4 миллиметра, причем воздуха здесь нет. Она еще и двусторонняя, с надежностью, замком по итальянской технологии. Вы какую выбираете, тоненькую или широкую? Я выбираю широкую, тонкую убираем. Цепочка шириной 4 миллиметра, 004 283 771. Не упустите свой шанс, дозванивайтесь.